Это первый альбом Нила Йорка. Столько лет ждал этого дня. Прикол в том, что, начиная собирать коллекцию, я сказал себе, в тот день, когда ты спокойно послушаешь Йорка, ты обретешь счастье. Можно два слова, прежде чем включишь, если ты не против? Прямо сейчас? Речь о Себастьяне. Черт, только не это. Он полный бездельник. Здоров, крепыш. Ты такой бессердечный. Еще бы, тахикардия. Да я из-за них возненавижу несчастными Майсал. Здрасте, месье Мишель. А вы здесь откуда? Я чего мешаю? Вас муж дома не ждет? Он помер. Помер? Блин, черт, точно. Эльза. Ты что, пылесосишь? Отдайте. Это мой пылесос. Мой. Она про нас знает. Да черт с два. Да ничего она не знает. Ничего. Да что еще? У нас в гостиной льет с потолка. Я не предлагаю вам войти. Ага. Потому что я очень опаздываю. Лё! Час тишины. А можно не шуметь? Твою мать. Как мило. Зачем ты приехала? Объявить правду Натали. Ну почему сегодня? Почему именно сегодня, мать твою, за ногу? Да что за черт? Я должен послушать этот альбом. Это что за товар? Отмечаем день соседа. Это должен был быть мой день. Ты эгоист. Эгоист? Я? Эльза, а ты что тут делаешь? С тобой поговорить пришла. Ты спятила? Смерти моей желаешь? Короче, у нас тут в натуре проблема. Я просил кабинет, а не бассейн. Час тишины. У тебя страховка-то есть? Моя нет страховка. Как твоя нет страховка? Чтобы твоя платить меньше. А, ну да, все верно.